Всем привет, это ваш рацион видео на сегодня. Заранее скажу, не пугайтесь, выглядит достаточно реалистично, но на самом деле это просто муляж для туристов. Это на самом деле одни из самых впечатляющих движений в стиле брейкданса из тех, которые я когда-либо видел. На этом видео вы можете наблюдать крупный план фотосинтеза, который заключается в том, что растения принимают солнечный свет, углекислый газ, воду, а затем преобразуют в энергию. Вы видите клетки растений, внутри которых движутся по кругу хлоропласты, отвечающие за преобразование света в энергию. Это тренажер для увеличения силы метания копья. Тот случай, когда заказал торт, а он оказался немного твердоват. Этот парень набирает миллионы просмотров в ТикТоке за счет того, что бросает вантузы в логотипы различных брендов на магазинах. А на этом милом видео мужчина подружился с колибри и частенько их подкармливает. Автор видео обнаружил, что если он поставит руку вот так, то собака начнет делать следующее. Ну а на сегодня все. Подпишись, чтобы не пропустить ролик каждый понедельник, среду и пятницу. Хорошего дня!